Как вы на самом деле относитесь к тому, чтобы быть первой леди? Через 4 года я не хочу оглядываться назад и думать, кем я стала, живя в этом доме. Для меня большая честь представить вам первую леди Соединенных Штатов. Первая леди должна быть женщиной особого типа. Я не могу допустить, чтобы ты сидела за рулем. Они хотят превратить меня в черную Марту Стюарт. Я наберу свою команду и буду делать свои дела. Вы скрывали от меня ваши политические мечты. Я буду здесь ради вас. Но я буду собой. Мои руки связаны. Не отталкивайте меня. Я ваша жена, а не одна из ваших подруг. Ты муж жены, у которой есть собственный разум и собственная жизнь. Они думают, что я должна держать рот на замке. Это твой шанс войти в историю. Я просто боюсь за своих девочек. Мне невыносимо смотреть, как ты разрушаешь себя. Я сделала все, что должна была сделать. Мир всегда будет судить нас. Они могут выгнать меня, но они не смогут сделать меня тем, кем я не являюсь.